Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска. Двигатель 1.6 механика. Сегодня на этом автомобиле мы заменим передний правый ступичный подшипник. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Поднял автомобиль, снял колесо. Расплинтовываем гайку. Гайка здесь на 32. Фиксируем через вентиляцию тормозной диск. И откручиваем гайку. Привод, лишь бы он у нас пошел. Замечательно. Привод у нас отошел. Снимаем шайбу. Откручиваем два болта, крепящие тормозной диск. Снимаем рулевой наконечник. Рулевой наконечник у нас ключ на 17. Берем съемник, подталкиваем съемник под пыльник, пыльник вот-вот порвется. И откручиваю, закручиваем болт. Сейчас будет щелчок. Все, наконечник у нас отошел. Наконечник живой, но пыльник вот-вот умрет. Так, снимаем. Откручиваем датчик АБС. Здесь у нас ключик на 10, головка. И аккуратненько его вытаскиваем, чтобы не сломать, потому что он там, похоже, закис. А датчик я не могу снять. Я боюсь его сломать. Я сейчас, наверное, сниму здесь кронштейн. Хотя здесь можно не кронштейн снять, здесь можно провод снять с кронштейна. А вот здесь вот сверху сниму кронштейн. Болтик 1 на 10.
Вот здесь разъем подпыльника под локером. Вот он. Теперь мы откручиваем два болта. Откручиваем два болта, которые у нас крепят кабу суппортакцапфе. Головка там на 17. И подвяжем суппорт на тормозную трубку вот сюда вот. Также откручиваем кронштейн тормозного шланга, головка на 12 болт. И подвязываем суппорт. Забрызгиваем оба болта на стойке. И откручиваем тормозной диск. Видать, не так давно крутили, что стучать не пришлось. Болты не закисшие. Да, все в коррозии. Откручиваем верхних два болта. Болты мы выкрутили, но пока не снимаем. Теперь мы откручиваем шаровую опору. Гайка на 19. Вытащил болты. И частично отведем привод, чтобы нам гайку до конца докрутить. И потом уже либо съемником, либо отобьем ее. Все, открутил я гайку. Привод, когда отодвинул, он мне перестал мешать. Гайка спокойненько снялась. Сейчас берем 2-3 хлестких удара. Вот и все.
сняли мы ступицу. Вот подшипник что делает. Ну и раз уже сняли, попробуем очистить датчик АБС и аккуратно вытащить его, если получится. Ну а не получится, поставим его так. А потом уже закажем новый датчик и этот будем выламывать при следующем разборе, чтобы он уже стоял рабочий, нормально демонтировался. Машина московская. 10 лет проходила в Москве, поэтому коррозия сделала свое дело. Идем выпрессовываем. Датчик я снять не могу. Поэтому аккуратно выбиваем ступицу, чтобы датчик не сломать. Головка на 27. Сбиваем эту обойму. Также здесь поворачиваем, ослабляем вот этот стопор. Срезаем болгаркой под углом внутреннюю обойму, но мы ее не срезаем, мы ее ослабляем. Здесь в одном месте немножко зацепил. Вот. Но это ничего страшного. Оно не влияет. Взял головку на 36, каленую подлом. Обойму, которую я срезал со ступицы, поставил старый подшипник. И выбиваю кувалдой. Вот и все. Теперь берем новый подшипник. Подшипник берем фирмы Ильджин, корейский, номер его IG-111-001. Устанавливаем. Берем силиконовую смазку. Также новый подшипник.
запрессую через старый подшипник. Подшипник у нас сидит на месте. Ставим на место стопорное кольцо. Все, стопорное кольцо на место посадили. Теперь запрессовываем ступицу. Подшипник стоит. Идем устанавливаем. Смазываем резьбу на рулевом наконечнике, на шаровой опоре. Также шлицевую резьбу на приводе. Берем ступицу, заводим привод. И одеваем шаровую опору. Наживляем гайку шаровой опоры. Так, гайку шаровой подтянул, осталось только ее затянуть. Наживляем привод. Чистим болты и наживляем стойку. Подтягиваем.
отвязываем суппорт и наживляем его. Поторопился. Диск тормозной не поставил. Собрался. Вот теперь можно суппорт поставить. Так, крепим провод от датчика АБС. Соединяем разъем. Ставим рулевой наконечник. Чуть позже оба рулевых наконечника тоже заменим. Протягиваем шаровую опору.
Подтягиваем гайку привода. На этом все. Замену подшипника передней ступицы мы закончили. Устанавливаем на место колесо. И все. Всего вам доброго.